Так, еще раз всем здравствуйте. Теперь представляю вашему вниманию интегральный усилитель Sansui. Sansui AUD серия 607F Extra. Почти начальный, ну тут можно сказать начальный, там, потому что 607, 707, 907, да? 607F Extra, соответственно, буковки могут быть разные в зависимости от года выпуска, да. Но это именно F Extra, и этот усилитель идет вот в таком серебристом, да, у нас с вами серебристом цвете лицевая панель. Еще бывает черная. Корпус у них стандартный под дерево. Вот здесь идет у F Extra именно боковины. Деревянная здесь вставочка. Ну и уже металлическая задняя часть получается. Усилитель идет на продажу. Значит, сейчас покажу, расскажу. В целом хорошее состояние по, так скажем, по внешности, да, есть небольшие какие-то косячки, конечно, да, ну, чуть-чуть, может быть. То есть, спереди все хорошо, замечательно, но, может быть, где-то вот внизу такие скольчики отбитости, они есть. И подклеено, может быть, вот не видно, но чуть вот подклеено там, да, вот эта вот пленочка. У него идет пленка, вот здесь есть. Сверху царапин особо никаких, ничего нет. Я специально не натирал. Но если присматриваться, конечно, есть. Вот может какая-то вмятинка такая, которая и то там дальше уже не видно. Я его не натирал специально, чтобы все было видно. Вот здесь чуть-чуть идет такая вот чуть-чуть затертость. Ну или царапинка, можно сказать. Пятнышки какие-то, может быть. Ну и то я говорю вот издалека, это вообще ничего не видно. Я уже вам все честно показываю. Железочка вся хорошая, черная, отличная. Без каких-то не вижу ни царапин, ничего. Наклеечка есть. Внутри вроде бы все чистенько, хорошо. Лицевая панель тоже вся без каких-то серьезных царапин. Нету, не вижу ни царапин, ничего, не гнили. Это все хорошее, хромированное. Ручки хорошие. Кнопочки вроде бы тоже хорошие. Значит, что у нас? Регулировка тона. Можно бас прибавлять, убавлять, соответственно. Высокие частоты. Переключение акустики, можно А, Б, А,
или Б, и можно, что прикольно, А плюс Б. Ну, вообще выключим. Сейчас А играют Yamaha 590. Б играют Yamaha 500 MA. И АБ, пожалуйста, играют 4 колонки. Это что касается тона выключения, да? Выключим тон, включение, наушники. Субсоник под виниловый проигрыватель. Уменьшение громкости. Лево-право, правый канал, левый канал. Выбор режимов записи. Вот она запись, соответственно. И выбор источника, то есть тут всего AUX, тюнер и вход под проигрыватель. Фона 1, фона 2. MMMC корректор присутствует. Ну и громкость. Все как бы по минимуму у данной модели. Задняя часть, то есть я уже сказал, что в целом сейчас покажу еще. Задняя часть вся хорошая. Смотрите, не ржавая. Ничего. Ну, деревяшечки, да, деревяшечки чуть вон пострадали немножечко, да, вот, в целом. Но задняя часть прям вся терминалы колонок, задняя часть вся хорошая, замечательная. С этой стороны у нас что? Вот здесь чуть-чуть есть, подзаклеено тоже немножечко. Ну и вот здесь вот побитость небольшая есть. То есть в основном все касается задней части. Царапин больших прям ничего нету, но присутствуют, да, какие-то вот такая вот мелочь. Но в целом верхняя часть хорошая, лицо хорошее. Ну, боковинки спереди тоже в целом нормальные. Уже невозможно, знаете, в идеале. Очень большая редкость и уходит значительно дороже, если аппарат вообще в идеале без каких-то косяков. Что можно сказать про данный аппарат? Сансуй славится своей певучестью, харизмой. Играют они круто, несмотря даже, что вот эта данная версия, казалось бы, практически начальная версия, да, 81 год выпускалась, вес у него там, по-моему, 13,5 килограмм, выдает он 80 ватт при 8 омах, но это где-то получается там 90 или 95 при 6 омах, если колонки 6-омные, в районе 100 ватт выдает на канал. Соответственно, вот эти колонки 8-омные, соответственно, он выдает 80 ватт на них. Но они, собственно, и рассчитаны там на максималку под 80 ватт. Вот, собственно, поэтому я и поставил их в паре. Это 80-й год, это 81-й год. Но звук у Сансуев, он, конечно, один из топовых. Что тут можно сказать? Певучий, красивый, хочется слушать постоянно. Даже несмотря, что это 607 F-Extra. Многие боятся, опять же, вот всяких F-Extra, G-Extra, еще чего-то каких-то, да, Сансуев, из-за того, что вроде как они воняют. Есть такое у некоторых, потому что Gitinax использовался, да, в платах. Ну вот, касаемо данного аппарата, не пахнет ни капельки, ничем. То есть, вот как бы, как есть. Потому что реально, даже я встречал, это независимо, 607, 707, там, 907, раз на раз не приходится. Какие-то бывает запах, который приходится проветривать, выводить каким-то образом, да, там, обслуживать, чистить платы, еще что-то. Данный аппарат, уж не знаю, может быть, в свое время его, этот аппарат уже эксплуатировался в России какое-то время. То есть он не только прям сразу сейчас из Японии. Поэтому, видимо, он уже обслужен.
Ну, то есть намека, вот он у меня уже играет там несколько часов на разной громкости, и никакого намека на какой-то лишний запах. Это очень важно, потому что многие, я говорю, об этом умалчивают или еще что-то. С этим аппаратом все в порядке. Технически все исправено, я вам показал. Сейчас еще немножко послушаем, но звучит он с Ямахами шикарно. Еще раз оговорюсь, что бывает, привозишь там какой-нибудь даже 707, он менее певуче играет, чем 607. Все, видимо, зависит от аппаратов, от их сохранности. Этот шикарно, шикарно играет с 500МА, с 590-ми. Несмотря на то, что колонки, запас мощности не такой большой, колонки большие, по 23,5 килограмма, играет он шикарно. Сейчас еще немножко показал его внешность, аппарат идет на продажу. Вот такой вот красавец. Сейчас еще немножечко какую-нибудь композицию напоследок послушаем. Так, послушаем тогда на... Давайте послушаем на 590. Ну, это вообще-то недавно слушали. Ладно, сейчас... Давайте сейчас что-нибудь вообще вот просто из... Из любых там, я не знаю, треков возьмем, чтобы не то, что ставить, то, что красиво, а единственное, с интернетом проблема. Сейчас... Ну, давайте даже эту. Не будем выбирать, да? Поставим то, что есть. Вот просто из обычных. Такой прикольный певучий аппаратец на продажу.
Шикарный аппарат. Шикарно играет. Ну, опять же, с Ямахами, да? Но я думаю, он отлично споется и с любыми другими колонками. Всем спасибо. Всем пока.